Утро это очень круто! С добрым утром, малыши! А также их родители, бабушки и дедушки! Этим утром вместе с вами просыпается Хуруша! И Антон Зорькин! Доброе утро! И сегодня в гости к нам пришла певица, автор песен Людмила Соколова. Люда, доброе утро! Спасибо. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Очень рады! Очень-очень-очень! Я тоже очень рада, Хрюшечка. Я с детства мечтала с тобой познакомиться. Ой, так приятно это услышать. Люда, а мы узнали, что, оказывается, ты себя частенько сравнивала с героиней Шарли Перро, Золушкой. Это правда. Почему? Ну, потому что, во-первых, я очень люблю трудиться. Для меня труд составляет неотъемлемую часть моей жизни. Я очень люблю все делать через какие-то трудности. И, конечно же, благодаря труду я добилась очень многого. Я считаю, что этого достаточно вот в мои годы. У меня, во-первых, хорошая профессия, я добилась больших успехов. Потом у меня есть 4 детей, которых я продолжаю воспитывать, чему очень рада. Потом я записала очень много красивых песен. А ты можешь прямо сейчас передать привет своим детям? О, привет моим детям, всем моим хорошим, самым любимым, привет! А у меня вот такой вопрос. Родители-то вам помогали? Конечно, помогают! Секундочку, так, Хрюша, так перед нами еще мастер пародии! Люда, а ты можешь сейчас голосом Хрюши, ну раз такая у нас пошла история, поприветствуй зрителей с добрым утром, малыши! Давай, 3-4! С добрым утром, малыши! Ой, как похоже! Господи! Можно еще голосом тети коровы попробовать. Ой, деточка, я молоком пришла, ну беги-беги. Ой, так это же у нас известная Баба Яга. Ну, почти. Почти, очень похоже. Она же корова. Люда, мы знаем, что тебе популярность принесла очень энергичная песня. Интересно, какая? Это какая? А вот ты нам сейчас ее и исполнишь хотя бы фрагмент. Да, это песня, которая известна на весь мир. Называется она «Я волна, новая волна». Я волна, новая волна. Подо мной будет вся страна. Подожди, скоро навсегда. Ваши города. Я волна, новая волна. Подо мной будет вся страна. Подожди, скоро навсегда. Затоплю ваши. Спасибо! Чудесная песня! Люда, не совсем понятно, почему ты, певица, принесла с собой утюг. Я с помощью утюга борюсь со злостью, плохим настроением. Ты ударяешь обидчика? Нет, я хотела показать это всем ребятам, и особенно Хрюше. Хрюшечка, если у тебя плохое настроение, пожалуйста, бери утюжок и вози его, как собачку, и гуляй с ним, и сразу становится смешно. Куда девать плохое настроение? Ой! Вот никогда бы не подумал, что такой веселый оригинальный способ тренажер есть против страхов, против злости. Хрюшечка, я надеюсь, тебе это все пригодится. Mm-hmm. И всем ребяткам тоже. Ну а теперь мы просим тебя спеть. Очень хочется услышать. Хочется еще что-то услышать. У меня есть очень красивая песня на испанском языке. Классно, просим на нашу сцену. Как интересно. Сирена, al dormirme, si sé que me despierto con tu amor. Cantos de sirena, al dormirme, si sé.
Спасибо, Люда, что пришла к нам в гости. Кстати, подписывайся на инстаграм Хрюши. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Там столько классных фото. А что, у Хрюши есть инстаграм? Да, у меня есть. Я известный блогер. Вот так вот. Хрюшечка, да ты, конечно, очень современный у нас, оказывается. Спасибо тебе, я обязательно тебе пришлю письмо. Хорошо. Спасибо. А вы, ребята, не переключайтесь. Впереди еще очень много интересного. Ребята, живите активно и мыслите позитивно. Смотрите канал «Карусель». С добрым утром, малыши!